Карелия потеряла журналиста и писателя. На 49 году ушел из жизни писатель Вениамин Слепков. Десятки книг, сотни журналистских текстов. Большую часть жизни Вениамин отдал работе со словом. Был корреспондентом зав отделом, редактором в газетах Карелии, собственным корреспондентом по республике Московского агентства экономической информации Prime ТАСС. Его журналистские работы публиковались во многих центральных изданиях. Практически до последнего Вениамин редактировал республиканскую отраслевую газету «Лесная Карелия». Трудился редактором отдела очерка и публицистики журнала «Север». За несколько дней до кончины ему присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Республики Карелия».